Как говорят студенты экономического факультета, Всероссийская научная конференция – прекрасная возможность ознакомиться с научными работами профессоров и докторов экономических наук. Но и сами будущие экономисты могли представить светилам науки собственные исследования. Тема моего доклада – это модели пенсионного обеспечения зарубежных стран, где я попыталась выяснить, чем отличается пенсионное обеспечение и схожести пенсионного обеспечения России с другими странами. У нас сегодня не только нефтекамский филиал, но и очень много других из других городов, из Уфы профессоры приехали. Хочется, чтобы меня услышали и уже рассказали другим студентам, другим людям. Нынешняя конференция, в которой приняли участие не только студенты, но и преподаватели, несмотря на экономическую направленность, охватывает широкий круг интересов. В своем докладе профессор кафедры макроэкономического развития и государственного управления Башгосуниверситета Касим Юсупов представил формирование бюджетов и его проблемы. Главная цель, чтобы слушатели и докладчики говорили о проблемах социально-экономического развития, которых много. Они, во-первых, докладывают о результатах своей работы, во-вторых, проникают необходимостью анализа, исследования, нахождения проблем развития. Сегодняшние студенты – это будущие экономисты и финансисты разных сфер деятельности. И опыт исследования научных деятелей для них бесценен. Но помимо этого целью мероприятия является профориентационная работа. Мы хотим наших студентов филиала Башкирского государственного университета пригласить в магистратуру в наш институт экономики, финансов и бизнеса. То есть показать, чем они будут заниматься, каким проблемами они будут заниматься. То есть это тоже цель, их заинтересовать в обучении магистратуре в нашем институте. В ходе конференции была организована работа научных секций, где были раскрыты такие темы, как современное состояние естественных и технических наук, информационная безопасность и другие. Марина Медвинская, Никита Кабанов. Информационная программа «Ежедневник».